Итак, представьте, АБЖшник выбил свой класс на природу встречать рассвет. Итак, смотрим. Так, пошли. Подожди, а где же это место? Где же это место? Я в станции из рука спать положил, чтоб не потерять, а? А, вон он спит, все. Базируемся здесь. Вот, значит, ребята, слушайте. Вот такая вот она природа. Так, Друченко, а где все? Так это... Игорь Сергеевич, разбежались все. Как в фильме «Географ глобус пропил», наверное, хочешь сказать. Кстати, а вы смотрели? Что значит смотрели? Я непосредственно в процессе участвовал. Игорь Сергеевич, вот скажите мне лучше. Так, Сашка, давай, наверное, договоримся так. Мы с тобой 100 лет знакомы. Давай ты, наверное, больше не будешь меня Игорь Сергеевич называть. А чё это? Потому что меня Михаил Николаевич зовут. Тихо спать не даете! Да как тихо? Это ж сверчки, это ж природа! Я сказал тихо! Сделай тише! Ну, не знаю, ну... Чш! Ого! Все равно громко! Так, Петрович! Чё, Петрович? Ты спал, иди спи! Это ж сверчок, слышишь, он тебе ритм дает! Слушай! Не ложись ты у стенки, убираются коленки. Не ложись, не ложись, не ложись. Так, все, заткнись. Спит. Спит. Тихо, слышишь? Волки, что ли? Сергеевич, волки! Да не бойся, это ж необычные волки. Музыкальные? Естественно. А что это они поют? Да бог их знает, мы в Губкинском лесу. Может, учителя пения сожрали. Игорь Сергеевич, действительно очень страшно. Так, ладно, я понял, надо тебя как-то отвлечь. А ты, о, фокус тебе давай пока. Давайте. Смотри, только внимательно, внимательно смотри. Смотри внимательно. Внимательно. Чувствуешь? Вот чувствуешь сейчас? Вот чувствуешь сейчас? Какие у меня мягкие подушечки пальцев. Да вы издеваетесь, что ли, а? И тихо не ори. Вот так ты не говорил, а? Мужики, волчьи ягоды будете! Так, Петрович, все, помолишься сегодня. Сядь, я тебя прошу, ради бога. Ага. Игорь Сергеевич, а расскажите лучше страшные истории. Страшные истории, говоришь? Ну, слушай. Купил я себе, значит, как-то пирожок с мясом. Кусь-кусь. А мяса нет. Кусь-кусь. А мяса нет. С капустой подсунули, прикинь. А вот еще одна, слушай. Значит, залез я как-то ночью в зоопарк. Подхожу к клетке с кенгуру, руку, значит, ей в сумку засовываю, а там пупок. Вот такая история была. Так, Сашка, а что ты там ковыряешься все время, не пойму? А я в Angry Birds играю. Angry Birds, что это? Да. Ну это, там птицами, в общем, свиней кидать надо. Птицами свиней, что за бред? Ну, как вам объяснить? Ну, помните, когда вы куры жрили, вори их кинули, и потом они в столовой все сложились, как три ночи. Ага, да, смешно было. Слышь, как тебе есть захотелось. Слышишь, Петрович, а что у вас там с выпускного осталось-то? Дал, короче, пирожки с горохом. Слышишь, обожаю нашу столовку. Прям разнообразие, капец. Утром суп с горохом, на обед опять горох. И компот с горохом, целый день у нас горох. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, ветер знает, где меня искать. Вот такая. О! Как Светочки. Сашка, ты зачем голубя ешь? Он же грязный.
А мне не страшно. А ты дебила. Ты можешь есть пищу с кусочками грязи, если аппендикса нет. Если аппендикс, 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 если аппендикса нет. Кстати, а вы не родственники, нет? Начально очень похоже. О, тихо, ладно. Светает, светает. А вон и наши подтягиваются. Идите, идите все сюда. Идите, идите. Идите скорее. Скорее. Рассвет, смотрите. Так, скажите мне, пожалуйста, а зачем вообще сюда приперлись? Господи, да как вы не понимаете? Вот вы сейчас закончите школу. И никогда больше мадмуажа не соберетесь. А здесь вы можете сплотиться. Вот здесь вы должны понять, что вы класс. Вас должна совмещать одна общая цель. Ну как тебе объяснить? Ну вот, допустим, смотри. Вот взять, допустим, хомяка. Смотри. Хрясь! Сломался хомяк. А взять, допустим, вот... несколько хомяков. Да! Сломались несколько хомяков. В общем, я к чему это все веду? Главное, чтобы, ребята, вас всегда когда-то объединяла общая цель. И пусть это даже ненависть к хомякам. В общем, ребята, давайте лучше в рассвет нашу выпускную песенку, а? Мы болеем все этой игрою, не узнаем ее никогда выиграть. И когда придет время расстаться, дальше будем по жизни встречаться, там мы это поможем все собрать. Эй! Аплодисменты! И к моим...